Всем привет! Итак, машина у меня в мастерской. Владелец установил уже новые детали. Я должен подшаманить все зазоры и основное повреждение. Здесь не хватает куска. Ну что, начинаю ремонт. Но сначала хочу представить канал моего друга. Канал о ремонте кузова в Америке. Можете увидеть много интересного. Подписывайтесь на канал GT Auto Repair and Frame. Ссылка в описании. Итак, сначала разборка. Итак, передок разобран. Все детали здесь из алюминия. Поэтому я удалю поврежденные места и заменю их. Для этого у меня есть донорский кусок. Ладно, начнем. Делаю первые измерения. Свариваю сломанные места.
чудненько. Пришло время взять с донорского куска нужные детали. Ну что, детали у меня есть. Теперь примеряю, свариваю, клепаю. Работа с металлом закончена. Устанавливаю детали переда.
Итак, моя работа закончена. На эту работу ушло 35 часов. А на сегодня у меня все. С вами был Артур. Подписывайтесь на мои новые видео. Пока!